американский президент, мой старый друг. Вчера ваша страна видели тень независимости, а сегодня ваша страна стала официальным членом ШОС. В этой связи я вас горячо поздравляю. В 23-м году вы дважды посетили Китай. Вместе мы наметили планы развития китайско-белорусского всепоходным стратегическим партнерством, поддержанным плотным контактом на всех уровнях. Практически реализуется наши договоренности. Я глубоко убежден, что мы обязательно способны способствовать дальнейшим здоровым, стабильным развитию отношений семимильными шагами. Я рад с вами встретиться, рад вас видеть бодрым, здоровым, веселым. Для нас это очень важно. Большое спасибо лично вам, Китайской Народной Республике, министру иностранных дел за ту колоссальную поддержку, которую вы нам оказали при вступлении в ШОС. Я очень рад, что вы становитесь председателем. Это значит, что у меня будет лишняя возможность в будущем году посетить Китайскую Народную Республику. Я выписал ваши инициативы, которые вы будете продвигать в ШОС и продвигаете: глобальная безопасность, глобальное развитие, глобальная цивилизация, глобальное управление искусственным интеллектом. Вы уже заметили и положительное, и отрицательное в искусственном интеллекте. Мы готовы всячески, имеем возможность всячески поддерживать все ваши инициативы, особенно главную инициативу по урегулированию украинского кризиса. Эта инициатива созвучна с инициативой Бразилии.